В продолжении темы. Аэропорт Краснодар сегодня работал в качестве запасного. Самолеты, следующие в Ростов-на-Дону, из Челябинска и Омска из-за сильного ветра и снегопада направляли в Краснодар. К слову, аэропорт Краснодара стал одним из лучших в стране. В преддверии Дня гражданской авиации определили самые эффективно и стабильно развивающиеся аэропорты России. Подвели итоги 6-й национальной премии «Воздушные ворота России» на форуме NACE-2020. Аэропорт Кубанской столицы занял почетное 3-е место. Награду «Наши воздушные ворота» получили в номинации от 4 до 7 миллионов человек в год. В тройке лидеров также оказались аэропорты Кольцово и Сочи. Кстати, в числе лучших оказался и международный аэропорт Анапа.